примеру, Баян Есентаева, несмотря на то, что не является любительницей концертов, всегда мечтала попасть на выступление Майкла Джексона. Вот только незадача, момент давно упущен. Я бы, наверное, хотела бы попасть на концерт Boyz II Men. Я бы хотела попасть на концерт, безусловно, Майкла Джексона. К сожалению, его с нами нет. Вот туда бы я точно купила бы билет. Ну, я человек очень ленивый, понимаете, в этом смысле, что покупать билет, лететь, смотреть, толкаться, вот мне не нравится. Поэтому я не хожу на концерты и не люблю это дело. В моей жизни так много музыки, которую я слушаю ежедневно, ежечасно и, можно сказать, ежеминутно, что когда у меня остается свободное время, я вообще люблю тишину, абсолютную тишину. Ну а вот Асильца Двакасова явно не прочь потолкаться на концертах мировых звезд. Несмотря на очень плотный график, продюсер, актриса и ведущая посетила концерт R&B дивы Бейонсе и ее мужа Джей-Зи. Ну, это, конечно, потрясающе. Это не 80 тысяч стадион. Я была в шоке от такого количества людей. И когда они подпевают все песни, там, когда Джей-Зи этот рэп читает, вот так рукой делает, и все 80 тысяч делают так же. Я вот так смотрела и думала, ничего себе. Андреа Бочелли. Я мечтаю попасть на его концерт очень сильно. Я слышала от многих людей, какое это потрясающее... Вообще, какие-то эмоции, аура и какой у него действительно необыкновенный голос. Певица Лидо очень пожалела, что во время проживания в Лос-Анджелесе проворонила фееричные концерты Джастина Тимберлейка и Леди Гаги. Жить рядом с Голливудом и упустить такую возможность. Я об этом узнала там буквально через один день через Инстаграм. И моя знакомая, что самое ужасное, была на этом концерте. Я ей сказала, ну как ты могла меня не позвать, ну хотя бы не предупредить. Я бы нашла силы, я бы нашла билет и приехала. Ну хотя на самом деле очень сложно там купить билет уже за, скажем, там 2-3 дня. Не всегда везет казахстанским дивам и в родной стране, когда заграничные звезды приезжают сюда с концертами. Одно дело упустить выступление за бугром, но в наших краях. Мне нравится очень творчество Елены Ваенги. И когда она сюда приезжала 2 ноября, я даже помню дату, тоже очень хотела попасть и не получилось. Вот. Но я все-таки надеюсь, что когда-нибудь у меня будет время, и я как уеду в турне посмотреть себе концерт. Я мечтаю вот побывать на концерте Sting. К слову о мечтах, актриса Дарья Александрова уже много лет мечтает побывать на концерте своего кумира и скандальной поп-принцессы. Хотя, какая там уже принцесса? Старовато будет. Да, я мечтаю просто посетить концерт Бритни Спирс. Я по ней тащусь, можно так сказать, уже, наверное, ну, с 6 лет. Вот, это мой кумир, я прям вот, если Бритни Спирс приедет сюда или где бы она вот поблизости в России, то я обязательно полечу туда, чтобы попасть на ее концерт. А пока представители казахстанского шоу-бизнеса мечтают о мировых звездах, участники Quest Pistols рады любым интересным шоу, причем в разных жанрах. На самом деле, путешествуя по разным странам, отдыхая либо в качестве артистов, мы не упускаем возможность посетить концерты интересующих нас артистов. И это всегда вдохновляет. Это не всегда это певцы, музыканты, которые предоставляют свое какое-то шоу, да. Это могут быть танцоры, либо деятели театра. Разное искусство нас интересует, и оно вдохновляет очень сильно. А на чьем концерте мечтаешь побывать ты? Может, твои желания совпадут с желаниями Баян, Рано или Дарьи? И ты в одном ряду с ними зажжешь на выступлении вашего любимого исполнителя. Кстати, не забудьте выложить фото в Инстаграм, иначе как Лидо узнает о концерте?